Конечно. На будущее. Большое. Меня не будет. 77 лет уже, считай, будет жить. От меня остается вам наказ. Никита, тебя соблазняет кто-то. Иблис. Меня не будет. От меня есть наказ. Ничего не менять. То, что у нас написано. Без совета на церковно-приходском совете. Все делать по совету с братьями, с сестрами. На совете у нас участвуют все. Это вам наказ. И наказ никогда во веки веков не входить в Московскую патриархию. Никогда. Это смерть. По всем параметрам только смерть. Мне в интернете пишут, не вздумайте, отец Аким, только если вздумайте, то дайте сразу ему смерть. Все чужие, все понимают, им нужна власть, а над нами власти нет. Ну, папа римский, они для нас разницы нет. Они могут издать. Ну, как может Обама на меня издавать указы? Ну, никак. Путин может. Почему не может? Патриарх на меня не может. А эти теперь подчеркнули, что над нами власти нет. Они нас отошли. Все. Мы их признаем, поминаем, а власти нет. А могут зарубежная церковь на батюшку что-то сейчас? Не могут, нас там нету. Их просто нету. Такого случая вообще в мировой практике не было. И мы можем только молиться.